случайно. Не знаете, когда нам будут делать прививки? Вы не знаете, когда нам будут делать прививки? Послушайте, вы не знаете, когда нам будут делать прививки? Когда надо будет, тогда и сделают. Простите, скажите, о прививке. Это очень больно. Не знаю, не знаю. Говорят, ерунда, пустяки. Раз и все. Рыба! Извините, пожалуйста. Ведь правда, прививки – это ерунда. Раз и все. Безобразие. Нельзя показаться на пляже. Кругом невежи нахалы. Простите. А, это ты, Марабу. Ты, наверное, все знаешь насчет прививок. Успокойся, дружище. Пойдем отсюда дома, я тебе все объясню. Прививки – дело важное. Это совсем не страшно. Раз и все. Бегемот, вам повестка. Какая повестка? Что такое? Вы грамоты читать умеете? Пожалуйста, явитесь на прививку. Глупышка, ничего с тобой не будет. Пошли на прививку. Доктор тебя чуть-чуть уколет, раз, и все. А ты меня будешь за руку держать? Ну, конечно, буду. Скажите, это очень больно. Что вы? Пустяки! Раз и все. Следующий бегемот. Прошу. Где бегемот? Вот он сидел здесь. Куда он мог деться? Не знаю. Я совершенно не обязана следить за бегемотами. Где же он? А действительно, где он? Пропал бегемот. Потерялся бегемот. Куда он пропал? Не знаю. Бегемот, ваша очередь. Где он, бегемот? Куда он провалился? Где он? Где бегемот? Где он? Куда же он провалился? Фу! Ах,
Вот он здесь! Вот чудак, куда залез! Как вам не стыдно? Ну, будьте же умницей! Наберитесь мужества и слезайте! Слезай, дружище, не бойся! Я тут с тобой! А ты будешь меня за руку держать? Буду, буду! Да-да! Входите, входите, пожалуйста. О, что с вами? Вы ужасно вспотели. Это дело вкуса. Один любит в пинг-понг играть, а другой любит потеть. Ага. А я-то было подумал, что он боится. Да что вы, такой большой зверь даже не знает, что такое страх. А потом, что такое укол? Раз, и все. Ну что ж, примемся за дело. Что такое? Почему это ваш бегемот вдруг стал такой белый? Он у нас особенный. Это белый бегемот. Он такой во всем мире один. Но он только что был еще серый. Правильно, он всегда так, то белый, то серый. То... Ах, вот как. Уж очень он у вас толстокожий. Попробуем поискать другое местечко. Нет. Пойдем поищем иголку подлиннее. Хотя ваш бегемот и особенный, но, по-моему, он еще и порядочный трусишка. Не правда ли? Что вы, доктор, он немного боится щекотки. Только щекотки. Скажите, это очень больно. Что вы? Пустяки. Раз и все. Ну что ж, вот эта иголочка как раз подойдет. Где? Где же ваш бегемот? Что с тобой? А что? Ну как что, ты же
же ведь желтый, как лимон. Что такое? Если бы я был весь белый, я подумал бы, что опять чего-нибудь боюсь. Но почему же я желтый? Здравствуйте, доктор. Вы знаете, наш приятель Бегемот вдруг стал весь желтый-прижелтый. Ну что ж, это вполне возможно. Ведь вы же мне говорили, что это очень редкий экземпляр бегемотьей породы. Никакой это не редкий бегемот. Все это, доктор, глупости. Просто он тогда жутко боялся прививки. Ах, вот оно что. Тогда это самый простой бегемот. А поскольку ему не сделали прививки, он заболел желтухой. Высылаю скорую помощь. Подумать только, желтый бегемот. А, такого еще здесь никто не видел. Интересно, как это он ухитрился окраситься в такой красивый цвет? Здравствуй, бедный бегемот. Ну, как твое здоровье? О, ему уже лучше. Ах, дорогой Марабу, если бы ты знал, до чего это ужасно лежать в кровати, когда все купаются, играют в волейбол и слушают пластинки с веселыми песенками. Ну, успокойся, ты скоро поправишься, и тогда... Мне так скучно. Ты не мог бы рассказать мне хотя бы какую-нибудь сказочку? Ну что ж, жил-был бегемот, который ужас до чего боялся прививок. Смотрите, смотрите! Что это с ним? Это действительно какой-то особенный бегемот. Нет, доктор, это самый простой бегемот. Только, по-моему, ему ужасно стыдно, что он так боялся прививок.